На конкурс «Дети читают стихи» для «Лабиринт.ру». Белорукова Полина, 5 лет, город Барнаул. Приходят к дедушке друзья Владимир Степанов. Приходят к дедушке друзья, приходят в День Победы. Люблю подолгу слушать я и песни, и беседы. Я не прошу их повторять рассказок откровенных, ведь повторять опять терять товарищей военных, которых ищут до сих пор награды боевые. Один сержант, другой майор, а больше рядовые. Я знаю, трудно каждый год рассказывать сначала о том, как армия вперед с потерями шагала, о том, какая там борьба, как в сердце метят пули. Судьба, вздохнет ли судьба, а помнишь, как в июле приходят к дедушке друзья отпраздновать победу? Все меньше их, но верю я, они придут, приедут.